Отже, наша наступна спікерка Лілія Удовиченко. Вона head of sales компанії MLS Dev, засновник sales community Deal Masters і співорганізатор нашої конференції. Лілія виступить з презентацією на тему, як продавати через особистий бренд. Лілія, будь ласка, запрошуємо тебе. У Лілі дуже класний хедсет, дуже класний. Ага. Вона буде тектонік робити зараз вам. Так, ну що, погнали. Так, я Лілія. Я сегодня вам расскажу, как продавать через personal brand, вообще, что это такое, зачем это нужно, как с этим жить. Буквально пару слов обо мне. Я в данный момент head of sales компании MLS Dev. Также у меня есть несколько своих личных проектов. Ну, как вы знаете, это Deal Masters, вот, наши метапы, конференции и так далее. Также у меня есть свой блог bridge.pro. Этот блог, он для моих клиентов. У меня есть еще YouTube-канал, но я пока что его не очень веду, поэтому его здесь нет. Я в продажах, помимо этого у меня есть маркетинг-бэкграунд, и некоторое время я жила, училась в Германии, вот, поэтому достаточно хорошо понимаю своих же клиентов. В основном я работаю с рынками USA, UK, Европы, вот, с нашим рынком как бы нет, есть чем поделиться по поводу международной экспертизы. Так, сегодня мы поговорим, зачем вам нужен personal brand, как вы можете его создать, там у меня будет такой небольшой чек-лист для вас, и почему, собственно, фаундерам компаний не стоит бояться, если у них будут сейлзы, которых будут свои проекты, будет какой-никакой свой личный бренд. Давайте вначале хочу уточнить, узнать, как вы понимаете вообще, что такое personal brand в вашем понимании, и зачем он нужен. Влад? Так. Да, есть еще варианты. Давай, Антон. Интересно. Да, да. Ага. Хорошо, тут больше о компании, да, ты приводишь пример. У меня больше о человеке. Значит, что такое вообще бренд? Это то, как вас воспринимают. Ну, если очень просто так объяснить. И, по сути, что происходит? У нас есть там какая-то своя жизнь, есть social media, есть компания, к которой мы привязаны, да, и есть та часть жизни, которую мы можем приоткрыть и показать людям. Вот, сейчас мы поговорим о том, что же можно показывать, и вот, допустим, что у меня есть, да. У меня есть, я веду свой инстаграм-аккаунт, у меня он направлен на клиентов. Я сейчас расскажу, как я с этим работаю, почему я не гонюсь там за 100-500 тысяч фолловеров, знаете, и что у меня там за аудитория, насколько она лояльна, что она мне приносит. Буду приводить несколько таких вот примеров кейсов. GDPR, если бы Will Graubuto перевернулся бы, это останется между нами. Дальше у меня есть мой блог. Это личная, да, моя наработка. Недавно его запустила, сейчас потихоньку он качает, там органика идет и так далее. Тоже расскажу, зачем я это делаю. Ну и с LinkedIn я работаю немножко по-другому, очень точечно. Ну давайте начнем с первого. Зачем я это делаю? Так, Инстаграм. Основная моя goal, основная моя цель – это stay in touch with my current clients. То есть очень удобно, знаете, мне очень нравится, когда у меня проходит какой-то call, и у меня там клиент говорит: «О, Лиля, как там driving sales?» Ну, допустим, да, прошло. Или «Как ты там съездила куда-то там?» Вот. Ну, то есть сразу можно задать такую нить для разговора, это очень удобно. Дальше. Ну, естественно, get new leads. Вот, как вы видите, что там, например, пишет мне consulting agency in Germany, and I would like a team, бла-бла-бла. Дальше. Ну, to get new leads. Вот, мне нужен веб-сайт, лендинг, можешь ли помочь? Опять же, get new leads. Вот, I saw you are providing IT outsourcing services. I went throughout your blog, by the way. Want to discuss a business, let's make it via LinkedIn to keep it professional. Ну, вот тоже. Ну, снова же таки. To get new leads, есть ли у тебя девелоперы, есть ли у тебя там еще кто-то. Дальше. Основная вообще моя цель, и ответ на вопрос, почему у меня там, ну, я не сильно там вливаю рекламы, допустим, на свой LinkedIn, на свой Instagram и так далее, я подогреваю. То есть у меня
У меня там мои клиенты, либо такие, знаете, горячие лиды, вот они пришли, скажем, на сайт МЛС, они посмотрели, они заинтересовались, вот, потом они идут на мой профиль, потому что всем интересно понимать, что мы за люди такие. Вот, они идут, и там они, знаете, такая машина самоподогревающаяся. У меня там каждый день, я уже даже не смотрю, кто смотрит эти мои сторики, потому что, список такой уже бешеный, он постоянно растет. Вот, и, люди сами подогреваются. Дальше. Рефералы. Точно так же. Причем много таких вот у меня людей, которые там посмотрели сторики, знакомые или незнакомые, допустим, люди, насмотрелись, начитались, поняли, что я за фрукт такой, и решили мне привести реферала, что мне, конечно же, приятно. Вот, и мы тогда дальше уже там работаем, оцениваем и так далее. Дальше, зачем вообще блог нужен? Я его запустила, честно, потому что вот и в чатах мы как-то обсуждали, где-то с полгода назад, наверное, была популярная статья среди наших с вами там каких-то, да, потенциальных лидов. Они все приходили, бросали ссылку на какую-то там датскую компанию, то есть на их блог, и эта компания писала, рассказывала, что у нас почем, как это выглядит. И я такая загорелась, потому что как там какая-то компания издала, может реально понимать, что у нас здесь происходит. И почему, когда ко мне приходит очередной клиент, он мне начинает рассказывать, да нет, там у вас дорого. Или еще что-то. И тут я решила запустить вот свой такой проект, с целью, во-первых, показывать, доказывать свою личную экспертизу, потому что I'm more of consultative approach in sales. Дальше. По сути тоже, да, качаю как-то свою экспертизу, свой профиль, и мне тогда легче обрабатывать их какие-то аргументы, то есть возражения. Вот. Так, идем дальше. Зачем вам нужен вообще personal brand? Смотрите, чтобы дать ответ на этот вопрос, я бы хотела немножко дать статистики, на нашем рынке. И давайте вместе с вами представим, как у нас происходит тот самый customer journey. Вот, допустим, больше половины лидов, клиентов, они идут в онлайн для того, чтобы найти компанию. Так? Правильно? Правильно? Да. Что они видят? Что они узнают о нашем рынке? Они, конечно же, начинают гуглить, начинают серчить. И вот они видят, что у нас больше 1000 компаний в Украине. На секундочку, да, там больше 1000. Как ему выбрать одному из этой 1000 одну ту самую, единственную? Вот. Вот они смотрят. У нас 160 тысяч айтишников. Ему нужно там 10. Как вообще из этого моря выбрать тех самых, единственных теперь. Вот, 70K девелоперов у нас, 36 тысяч IT-graduates, например, в прошлом году. Это говорит о том, что у нас рынок постоянно, да, растет, развивается, пополняется, так сказать. Дальше идем. Вот. Почитал он, увидел, что Киев, Днепро, Харьков, Львив, Одесса у нас топ destinations. Он как бы хотя бы немножечко уже, да, narrow down. Sorry, у меня там то English, что это русский. Вот. Идем дальше. Он увидел, что порядка 40% вообще компаний, они находятся в Киев. Решил он сюда, допустим, приехать, да. Отфильтровал по рейтам. Сразу говорю, я сделала в рамках своего этого проекта блога анализ рынка. Вот рейты у нас у 65% компаний, 25-50. Вот. Он как-то там по своим критериям точно так же отфильтровал все эти компании. Вот. И все равно сидит там у него, шорт-лист из 100 компаний, сидит, думает, что же делать дальше. Причем сейчас вот все компании очень, мы все, да, с вами, мы работаем над сайтами, над тем, чтобы они выглядели очень круто, стильно, молодежно. И смотрит он, клиент, даже пусть у него будет 10 этих компаний в шорт-листе, но сайты у всех супер классные, вылизанные, да, там откровенно, да не хочу, отполированные. Вот, и сидит такой человек перед своим компьютером, перед экраном и понимает, что бизнес он personal. It's all about people. Согласны? Вот. И, конечно же, он хочет понять, что мы вообще за люди такие.
И вот вы знаете, если бы все было, ну, реально так просто, да, как вот Антон до этого говорил, что есть у человека, ну, например, 200к, не знает он, как их потратить, решил влить в проект, вот, и кому отдавать? Хочется попасть на вот самых крутых, там, няшных каких-то, да, айтишников, которые все ему сделают. Что ты смеешься? Да-да-да. Так вот, если бы все было так просто, ну, я по своему опыту хочу сказать, что вот я бы там не разъезжала, не каталась как по разным странам, так и, в принципе, ну, из Винницы постоянно в Киев, вот, на встречи с клиентами, которые летят просто, ну, из дальних стран, либо же зовут нас прилететь, чтобы, ну, посмотреть, опять же таки, что мы за люди такие, попадаем мы там под его какие-то, ну, даже личностные, да, критерии, хочет он с нами работать или нет. Ну, вот здесь у меня на фото, вот там Франция, здесь Киев, например. Ну, и, собственно, так зачем же вам нужен этот, да, personal brand? Ну, в первую очередь я это делаю для того, чтобы вызвать доверие, правильно? Для того, чтобы вызвать доверие. Потому что, опять же, да, там сидит этот клиент перед экраном, смотрит списочек 10 компаний, все такие классные, прекрасные. Вот, он хочет приехать. Он приезжает, ну, скажем, таки в Киев. Либо же он не едет, он просто там заходит, начинает гуглить людей. Что это за люди, чем они живут, ну, то есть, насколько он ему, ну, эти люди ему нравятся, в принципе. Вот. Потому что ему, скорее всего, очень долго придется с этим жить, то есть с нами работать, дай бог, долго. Вот. И, конечно же, они заходят и начинают серчить все наши профили. И здесь, как по мне, очень важно, чтобы, ну, была, вот знаете, была такая красивая картинка, которая бы была честной, помимо всего, да, чтобы просто-напросто облегчить этим нашим бедным заказчикам жизнь и помочь просто сделать выбор. Так, ну, как создавать personal brand? Давайте, чтобы я понимала, насколько мне углубляться, поднимите руки, у кого есть какой-то маркетинг-бэкграунд или кому когда-то приходилось создавать или работать с брендом. Ага, раз, два. Ну, хорошо, в целом, думаю, будет полезно. Вот, ну, погнали. Самое первое, что я хочу сказать, что бы там ни говорили, там есть, допустим, слышали или нет правила, например, 60-30-10 по типу контента, сколько, какого нужно постить, я хочу сказать, что это только вам решать, потому что это все-таки personal, да? Ваш Инстаграм — это личная вещь. Ну, то есть если вы приоткрываете какие-то вещи, то вам решать, будете вы показывать своих детей, например, или не будете. Вот, ну, собственно, да, 60 engaging, 30 shared, 10 promoting content. Ну, как бы должно быть по правилам? Ну, правила вы создаете сами себе. Так вот, первое, set goals. Ну, по сути, прежде чем что-то вообще делать, нужно понимать, куда мы плывем. То есть у нас должна быть цель. Что это за цель? Зачем вам нужно вести или не нужно вести эти профили? То есть вы хотите промоутить компанию, на которую работаете? Или вы хотите там себя промоутить с какой целью? Вы хотите новых лидов или вы хотите подогревать текущих как-то? Здесь будут разные тактики. Ну, например, если я подогреваю, то работаю с какими-то там своими текущими, да, то тут даже конверсию приходится сложно мерить. И там, ну, отдельная тактика, опять же, я знакомлюсь, потом я их там в Инстаграме образно добиваю. Я его там либо сама фолловлю, либо прямо в лоб спрашиваю, у тебя есть Инста, ты там, ну, ты там есть, например, или ты вообще блоги читаешь и так далее. Вот, и тогда уже в зависимости от этого я его либо ту же Инсту, либо там, допустим, какую-то статейку из своего бложика сбрасываю. Тогда он, опять же, понимает, что я за человек и что у меня вообще вот здесь, ну, что за майндсет, что я могу дать. Точно так же вы тоже должны понимать. Опять же, если вы хотите лидов, ну, значит, будьте готовы тогда там залить рекламы, потому что профиль нужно качать, и я там пробовала тоже в свое время, хотела поиграться с той же инстой, пробовала разные инструменты, ну, for free это так, это сказка, это убить время и все такое. Вот сейчас тоже пробую, все-таки хочу попробовать, там залила рекламу, смотрю, что будет, поделюсь. Так, дальше.
Vision. Ну, опять же, как у каждой компании, да, есть там mission, vision. Точно так же и у вашего личного бренда должен быть тот самый вот vision. Что это такое? Ну, по сути, это то, как вы хотите выглядеть в глазах остальных людей. Ну, то есть вот такой одуванчик или вот такой. И вы должны соответствующим образом и профили везде причем привести в свой порядок для того, чтобы клиент зашел, и он так понял, ага, мне вот эта дамочка, которая справа больше нравится, я пойду там ее фолловить. Ну, например. Дальше. Позиционирование. Куда же без него? Это, как знаете, sales pitch, который должен быть постоянно на лету, так сказать. Точно так же и позиционирование. По сути, это одна там две строчки, которые описывают ваш value, что вы там можете полезного сделать или там привнести, какой вклад для того или иного клиента будущего, например, или да, вот человек, который хочет с вами пообщаться. У меня, допустим, не знаю, кто был там на моем профиле, нет, обычно я говорю, что I'll help you choose the best or the right development team in Ukraine, и у меня есть та самая best company, да, за которую я там могу поручиться и которую мне не стыдно продавать. Дальше. Competitors. Своих конкурентов нужно знать в лицо. Кто тут найдет отличия там потом, подойдите ко мне. А? Да-да-да, вы пока смотрите, я отдохну. По сути, я готовилась к этому мероприятию, я походила по вашим профилям. Кого нашла? В той же инсте. Но я заметила такие вещи, например, в основном ведутся аккаунты, но они как-то больше вот для друзей. Но при этом они открыты. То есть я делаю какой вывод? Есть какой-то потенциальный клиент. Заходит он на ваш профиль. Нет, даже не так. Смотрит он, о, классная компания, мне нравится. Хочу с ней работать. Но прежде чем пойду работать, я пойду похожу, посмотрю сейлзов, допустим, C-левелов, что у них там на страницах. Заходит такой на страницу, а там, я не знаю, сейл, знаете, на барной стойке, там на какой-то автопати. Или C-левел в красных труселях по пляжу. Сразу складывается такое себе впечатление. Что? Твой, вот я ничего не говорила, замени. Но все мы люди, Антон, кажется, да, на нашем прошлом этапе в ноябре. Ты бегал? Я не видела. Видимо, я была тогда не с тобой. Но ты тоже. Мы же, знаешь, после автопати мы там пошли на бархоппинг, я не знаю. Так вот. С тобой? Я тебе потом расскажу. Давай сейчас закончим здесь. Я к чему? Вы должны, во-первых, видеть, что делают ваши конкуренты. Как сегодня упоминали, SWOT-анализ, в принципе, тоже такой, знаете, basic можно у себя в голове там вырисовать. И не делать так, как делают другие, сделать там получше. Например, не в красных, зеленых труселях, там в обед на пляже. И для вас вот такая штука. Там есть много, да, разных способов, как провести тот самый маркет-анализ, competitors-анализ. Самая такая basic вещь, вот можете взять и пользоваться. Например, хотите вы блог свой качать, видите, что там еще 100-500 сейлзов качают, или там инсту тоже. Хотя бы можете посмотреть, какой месседж они вообще дают. Что у них за посыл, насколько это качественно сделано, что о них говорят. Потому что, скорее всего, если там какой-то контент будет, такой сенситив, скажем так, да, то комментарии там тоже будут, вот можете поиграться с этим. Вот, что они вообще делают, где они есть, поднимите руки, кто следит вообще за нами, да, за сейлзами. Есть такие, или вы там в своих профилях все, о, Тарас, ничего себе, единственный неповторимый. Да? Допустим. Я имела в виду фолловить других активностей, других сейлзов, да? Что они? О, круто. Да, понятно. Правильно поставленный, да, вопрос. Вот тебе сразу больше рук. Хорошо. Дальше.
нам обязательно нужно понимать, для кого мы это делаем. Потому что месседж нужно всегда, ну, adjust, для того, чтобы ваш, ну, как бы тот посыл, он был передан правильным образом и для правильных людей. Ну, поэтому без этого никуда. Target audience по-любому должна быть. И это мы тоже можем определять. Причем, опять же, я сейчас сильно там не углубляюсь во все эти метрики и способы, как это сделать. Ну, хотя бы такой очень-очень базовый минимум. Вот профиль вашего потенциального клиента должен быть, чтобы вы понимали, это вообще дамочка или мужчина, допустим, да? Где он живет? Какой примерно там, я не знаю, он доход или может у него есть, или сколько он может вообще, ну, поделиться с нами на проекты. Ну вот какие-то такие, хотя бы basic, очень basic points, ну вы должны понимать. Ну это уже, конечно, ICP, ну можно тоже расписать там чуть дальше, когда раскачаетесь. Tools. Ну здесь нужно понимать, где вы будете, да, это все промоутить. Мы определяемся, например, Инста, или это будет YouTube. Я вообще очень топлю тоже за YouTube, поддерживаю идею. И вот мнение Антона по этому поводу, не хватает personal каких-то элементов. Рынок у нас достаточно overwhelmed, нас много, клиент не видит, он не понимает, что мы за люди. Опять-таки, посмотри один ролик на YouTube, сразу все поймешь. Ну, то есть вы должны определиться, где вы будете качать. И вот Инста, да, почему ее бы не покачать, если, например, в январе 500 миллионов юзеров сидела и смотрела сторики. Ну, то есть людям там, не знаю, нечего делать или хочется поразвлекаться. Они сидят, листают эти сторики, и все. Ну, там раз рекламку подсунула, или пусть они ваши смотрят. Насмотрятся, где-то в подсознании у них отложится, и потом где-то что-то не так, или ему нужна разработка, он сразу вспомнит о вас. Вот кейс. Был у меня там товарищ один, ну как товарищ, потенциальный клиент. Мы с ним встретились лично. У него свой проект был. Немец, кстати, в прошлый раз мы, ну, говорили о немцах с вами. И я упоминала о том, что у каждого немца, у него всегда есть план Б. То есть немец, даже если выбрал вас, то он не выбрал только вас. У него всегда есть вторая какая-то компания на примете. Ну и так вышло, что именно тот немец, он выбрал там другую компанию по ряду причин. Вот, и постоянно он у меня полгода в моих сториках все смотрит, вообще ничего не пропускает. Вот, и помимо этого, ну, какие-то появляются поинты для дискуссий, вот, и мы с ним на связи постоянно, там WhatsApp и так далее. И вот та самая харьковская, допустим, компания спотыкается, и первое, что ему приходит на ум, это какая компания? Ну, конечно же, та, в которой я работаю, потому что я, по сути, ее представляю. Ну и он возвращается. Вот так у меня это работает. Чего там смешного говорю? Вставай! Кто смеется? Вставай! Кто посмеял? Так, дальше. Your identity. Ну, ваш профиль, и у него должно быть, да, какое-то лицо. Он должен быть узнаваемый, этот самый бренд. И здесь, как ни крути, ну, цвет имеет значение. Вот, и, допустим, я себе выбрала красный цвет уверенности. Моей компании, то есть компании, в которой я работаю, у нас там, допустим, цвет зеленый, и, ну, это окей, да, то, что есть компания, есть я, вот я человек, если, допустим, так воспринимаю, то есть если вы будете разграничивать, ну, это нужно сделать. Вы тоже над этим поработаете. Ну, что у меня тут была картинка, не? Это я вчера ночью просто делала презентацию, видимо, тут уснула уже, до картинки не дошла. Build community. Естественно, нужно работать над тем, чтобы привлекать людей, в нашем случае мы называем это лидов, вот, для того, чтобы, ну, вам было, по сути, с чем работать, так? Ну и, конечно же, нужно постоянно учиться, наступать, мы будем наступать на грабли, я вот там сейчас на свои какие-то наступаю, делаю выводы. Ну это не значит, что мы там запустили, и оно себе, ну, пошло, да, там, ну, постим постоянно один и тот же контент или еще что-то. Вот здесь нужно, можно и нужно играться, и нужно смотреть, что больше заходит вашей, как бы, аудитории, и, ну, от этого дальше как-то менять ваши стратегии. Так.
да, скорее сейчас будет поинт для фаундеров компании. Почему вам не стоит бояться, если у ваших сейлзов будут какие-то свои проекты? Потому что очень часто, да, там при личных разговорах и вообще, вот я слышу, что типа нет, нельзя, нельзя, чтобы у сейлза был свой проект, это все плохо, а что плохо, не знаю. А что? Ну, непонятно. Вот. Хотя, ну вот я знаю, сейчас дальше поговорим об этом. Почему не стоит бояться? Ну, в первую очередь, потому что это дополнительный, ну, может быть, да, дополнительным источником лидов, контактов для вашей компании. Вот точно так же, как у меня. Там какие-то лиды идут, я их на MLS заворачиваю, мы там с ними дальше работаем. Причем приходят с достаточно интересными бюджетами, ну, то есть, с которыми даже нам, как компании, интересно работать. То why not? Дальше. Industry recognition. Ну, по сути, если sales, допустим, тоже человек ответственный, вменяемый, он хоть и крутит себя, но он это подвязывает к компании, в которой он работает. И узнают его, узнают компанию. Опять же, плюс. Transparency. Ну, если мы приоткрываем какое-то закулисье, это означает, что нам можно доверять. Вот мы такие люди, как Антон говорил, вот у нас такие стулья, вот мы сидим, работаем, не ходим в туалет, сидим, работаем. Ну, по сути, это та самая transparency. Мотивация. Ну, я скажу сейчас даже вот как sales, да, я очень благодарна своей компании MLS Dev, которая меня поддерживает там в моих каких-то даже, ну, личных начинаниях, не начинаниях, ну, вот личных интересах, скажем так. У меня есть моя работа number one priority, но есть также вот какие-то мои хотелки как человека. И я там не бросаю все свои силы, я не трачу рабочее время никоим образом на вот эти вот вещи, у меня есть грани, я там понимаю, ответственно, ну, подхожу к этому, у меня есть желание свободное время, я там села после работы, не знаю, ночью не спится, написала статейку. Всем от этого хорошо. Дальше. Опять же, business is personal. И, ну, как ни крути, но люди любят контент, да, от людей. То есть одно дело, когда там, я не знаю, скажем, Nike, есть его профиль, он там постит про новую обувь, например, да, и есть какой-то сотрудник, который там, вот смотрите, какие классные кроссы мы сделали и так далее, ну, как-то восприятие очень сильно меняется, и все-таки personal, оно больше заходит. Эмоции. Вот, это мы сейчас говорим больше так вот о social selling, например. И здесь ну, мы можем как-то повлиять на восприятие людьми и нас, вызвать какую-то положительную или ну, негативную, не дай бог, эмоцию. И это, ну, то есть, если мы говорим о положительных, то это, конечно же, очень круто. Ну, еще, если ваш sales захочет уйти, то он уйдет и без того, разрешаете вы ему качать personal brand или нет. И если он будет, наоборот, демотивирован, то он уйдет еще быстрее, правильно? А так, когда вы ему даете возможность как-то проявить себя, развиваться, то, наоборот, все выигрывают, получается, что и компания, и sales, он приходит на работу, ну, как бы с уверенностью, довольный, и всем хорошо. Что? Говори. Чего? Потому что на самом-то деле существует проблема, что все внимание приходит на данном случае на СИЛЗа, уходят все минусы, все позиционирование остается СИЛЗа. Не, не согласна. Представься, ты у нас кто? Я? А? Да. Должность? А должность какая? Я хедер сейлз.
Это сейчас, вот знаешь, звучит так, как будто бы вот ваша песочница, вот моя, я в своей делаю, что хочу, а компания делает, что хочет. В моем понимании мы единое звено. Ну, то есть, вот я работаю в компании, и я понимаю, что я... то есть я, по сути, да, как выступаю как лицом компании, когда я общаюсь, контактирую. Давай, постой, можешь сюда уйти. Ну, подойди. Let's get ready to rumble. Не, ну очень хороший поинт, спасибо тебе большое. Я просто объясню свое немножко видение. Допустим, я человек ответственный, понимаю границы, а также понимаю то, что если человек заходит на мой профиль, я его открыла, может посмотреть любой, там, да, зайди, например, на инсту, значит, я в ответе, и если я еще упомянула там название компании, в которой я работаю, все, я уже беру на себя ответственность. Я лично не боюсь брать на себя ответственность и за какие-то деятельности компании, правильно? Поэтому если я что-то пощу, я понимаю, что это у нас идет вот, ну, как оборот такой себе. И здесь тоже нужно разграничивать селзу. Если знаешь, если селзу вообще пофиг, что происходит в компании, вообще надо закрыть все страницы, или, ну, допустим, да, не стоит тогда качать никакой personal brand, если нету вот этого разделения. Да. А чё, давай на ты. Выгодно, потому что я звезда, и это прекрасно. Wow. С точки зрения компании, это абсолютно невыгодно. Еще и потому, что ты будешь каждый раз думать, о ком этом человек думает в данный момент. Можно? Он будет сливать нас или себя в тяжелой ситуации? Он будет отнекиваться или он будет... ну, то есть, кого он ставит вперед, и мне просто кажется... Давай я тебе... Ну, опять же, я не могу говорить... Очень классный интереса. Поинт, давай дополню немножко. Все. Да, я не могу говорить за всех. Я сейчас говорю о себе. Например, поехала я в командировку в Германию. Ну, запостила фотку, как я там ем мороженое где-то на мосту каком-то там во Франкфурте. Через пару месяцев пишет мне какой-то дядька в инсте. Говорит, Лиля, давай на интроколы. Я такая, чего это? Он, ну пойдем, я тебе про идею приложения расскажу. Ну, я сразу так думаю, так, какой-то за $1, что мне с тобой тут возиться? Говорю, сколько? Столько, я такая, оп, иди к мамочке. Мы с ним, ну все, мы там пошли, допустим, да, ну это как бы разглашает информацию, потому что это вот то, что ко мне лично идет, то есть я несу ответственность за то, что я вот, ну, что люди мне пишут, что я могу, чем я могу поделиться. Вот, ну мы с ним прекрасно поговорили. Вот, говорит, хочешь, отдам? Говорю, хочу. Ну, кому отдам-то? У меня есть компания, с которой я работаю. Мне очень интересно получить свой же бонус, правильно? Я говорю, иду к кофаундеру, говорю, Вань, ну, дело есть. Насколько? Насколько? Ну, all right. Ну, то есть, я не понимаю, вот, не понимаю вот этого поинта. Да на ты же договорились уже. Я не успеваю. Извините. Приличная бабушка просто научила. Со всеми на вы. Меня учили всегда, знаешь, намного старше. Возможно, я тогда тебя просто неправильно понял. Наверное, имеется в виду этап лидогенерации. Этап лидогенерации, а потом уже компания с ним дальше разбирается. То есть, если этап лидогенерации, это совершенно другое. Смотри, я сейчас говорю как бы больше о помощи своей же компании. Привести каких-то дополнительных лидов, повлиять на что я могу повлиять. Ну, если там люди смотрят эти мои сторики по 100-500, да, там поставишь хэштег, так вообще пошло там такое количество бешеное. Если они постоянно ждут этого, там, да, сидят, смотрят, то почему бы им что-то не продать? И я себя достаточно хорошо чувствую. В компании, в которой я работаю, вот Антон внес меня там в красную книгу СОЗА, уже 8 лет в компании, ну нет мне смысла там, знаешь, уводить куда-то, например, кого-то, что-то есть, все, вот, пожалуйста, мы тебе там, ну, можем что-то дать, какой-то фидбэк. Я дополню, ой, боже мой, нас двоих.
Это что, флешбэк какой-то, не знаю. Чтобы не было конфликтов интересов, ну, между компанией, да, и селзом, то есть если компания, например, определяет, что нам нужно раскручивать внутри какие-то персональные бренды, либо селз тяготеет к тому, чтобы действительно там быть суперстаром, вот, там, боже мой, всегда есть контракт. Вот, при том, что sales в случае чего, там, в случае, например, вливания денег со стороны компании, обещая там 2 года отработать этот контракт, ну да, потому что из него делают звезду. Вот, а если sale, например, конкретно сам занимается раскруткой своего бренда, сам занимается там вливанием в свое там пиар, да, вот, и как бы имеет от этого определенный awareness, тогда это какие-то экстра условия вот со стороны к компании, да, то есть там, например, дополнительный бонус, там дополнительный какой-то там, я не знаю, кикбэк, определенные гибкие там условия, то есть это всегда договоренность. Естественно, если это наш, опять же, Советский Союз, где мы страдаем паранойей, что не дай бог, кто-то начнет что-то где-то вот вылазить где-то, да, из-за угла и там кому-то подмигивать, тогда мы все от этого страдаем. Ну, то есть мы тогда зажимаем селза, сами боимся, сидим, и никто от этого не выигрывает. Если селза от этого прет, я же говорю, да. Это можете? Все. Да. Все, я ложусь. Алло. Что там у нас происходит? Как? Да, не надо. Скажи, можно присоединиться к концерну коллеги? Меня зовут. Да, конечно, мы же здесь собрались для этого. Кросс-продажа, клиент-сервис. Вот, в принципе, ситуация действительно яркая, и, ну, как бы нужно в каждом конкретном кейсе... А можно как-то это устранить, пожалуйста? На вашей ситуации... Например, развивая личный бренд, наш бизнес. Ну, конечно, можно меня подключить, да? Сейчас. Я согласна, я понимаю все ваши концерны, ну, именно поэтому и поднимаю эту тему. Когда я запустила блог, я, естественно, начала немножко шуметь везде, в том числе там то на LinkedIn, то еще где-то. И тут я смотрю, и такая сижу и думаю, так, все, запустила. Боже мой. Запустила, думаю, ну все, сейчас как пойдет, сейчас как напишут мне лиды и так далее, сейчас заживу. И тут самое первое сообщение, которое пишут, это повалились от всех наших айтишных компаний, типа, Леля, я с тобой дружу. Я такая, что это? И добавь меня в топ-10. Куда? В топ-10. Где? Ну, на своем блоге, типа, топ-10 IT-компания, вот она. Или там начинают, знаете, такие странные какие-то предложения идти. Я говорю, не, ну, сорян, у меня там цель совсем другая. Это просто мой внутренний инструмент для того, чтобы, ну, тот же блог, да, там, очень точечно где-то там надавить на какой-то концерн клиента и, ну, показать свою экспертизу. Какие-то где-то поинты закрыть. Ну и опять же, да, it makes sense, очень зависит от самого сейлза, от его в том числе личных целей, да, зачем он это делает, как он это будет делать. Ну, я уверена, что вы своих сотрудников знаете, у вас есть HR, скажем, да, они там работают с людьми, могут многое вам рассказать, скорее всего, о них. Вот. Ну и вообще, вы должны понимать людей, с которыми вы работаете, и что от них ожидать, насколько это честный человек, нечестный, ну, чтобы как-то покрыть эти ваши консерны как работодателя, и всегда можно договориться, в крайнем случае, я не знаю, там, контракт. Да. Это что-то... Ага. По какой-то причине выходишь из компании, например, там проект, который ты завела когда-то давно, он передается кому-то другому. Но этот другой человек, он уже не клиент, то с ним работать сложно по какой-то причине. Но он все равно ищет тебя, и он может тебя найти условно на стороне, и потом начинаются вот эти вот штуки, которые... Хорошо, да, я понимаю. Допустим...
допустим, здесь мы все качаем бренд, да? Ты там перешел в другую компанию, ты привел с собой, ну, например, даже образно, какие-то свои личные наработки. Я не говорю, что, ну, есть этика, есть компания, есть какая-то личная, да, наработка. Я очень разграничиваю эти вещи. Но если что-то твое, ты переходишь в компанию, оно идет за тобой, точно так же у нас вот будет ротация везде, и все равно я вижу это, ну, даже в долгосрочной перспективе, как вин-вин. Ну и опять-таки, если человек захочет, он и так образно, да, сделает то, что он хочет, и вы, ну, то есть вы как компания можете даже не узнать. Да. Да, я с тобой абсолютно согласна. Я абсолютно плюсую, да. Да, 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 да. Однозначно. Однозначно, да. Смотри, ну это очень важный поинт ты поднял, и я тут абсолютно согласна. Опять же, у нас там есть фаундеры. Прежде чем запускать блог, я подхожу и говорю, я хочу объясниться. Я хочу сделать вот это, и у меня вот такие цели. Мона? Говорят, можно, all right, давай посмотрим. О, я такая, о, давай сейчас будете смотреть. У меня там какие-то наработки, там маркетолог ко мне подходит наш, говорит, Лиля, там все у нас вот уже начала, у тебя там какая-то ссылка где-то первая проиндексировалась, все, пошло. О, мы там сидим, все радуемся. Ну, то есть, да, договоренность, transparency, в том числе с фаундерами и компанией, чтобы это было согласовано. Если бы они были против, я бы этого вообще не сделала. Ну, то есть, потому что, ну, мне и так хорошо, у меня есть какие-то свои там, да, личные вот эти вот, ну, жуки образно, да, которые мне там не дают спокойно спать и говорят, Лиля, делай что-то, вставай, пиши статью, вот. И, ну, когда я как-то с ними работаю, мне хорошо, есть какой-то выхлоп, ну, всем хорошо, все. Такое мое мнение. Тебе спасибо за вопрос. Еще? Есть у мене время, Стас? Що там у нас? Да, в принципі, ми почали цю презентацію трошки раніше, тому в мене така була, навіть Антон погодився зі мною, що ми вирішили, що ми можемо Лілю ще трошки постріляти питаннями. Тим більше тут, да, тут така дискусія зав'язалася, досить прикольно, мені здається. Давайте ще продовжувати. У кого ще є запитання? Давайте так. Неплохо. Так. Александр. Да, спасибо большое, очень встретить. Интересно. У меня вопрос такого характера. Вот у тебя открытый профиль. Да. Ну, ты тогда знаешь, что у меня есть еще for friends only, да? Да, и у тебя вот... Я хотел узнать вот именно поэтому, как ты вот разграничиваешь, да, контент, и что ты считаешь, ты постишь для всех, да, что ты считаешь, ты постишь очень, только, да, для друзей. Просто... Ну, я считаю, что моя личная жизнь – это моя личная жизнь. Я что-то могу там приоткрыть, и я не следую, опять же, тому правилу, о котором я говорила чуть выше, 60-30-10. В крайнем случае, если мне что-то там очень горит поделиться, например, там, показать, что там мой ребенок нарисовал супер-классную картину сегодня. Есть close friends, вы можете пошарить какие-то вещи, только вот, показать Сашке, там, Насте показать и так далее. Ну, то есть это всегда можно разграничить. Можно еще эти штуки, как, например, по инсте тоже такой point. По сути, он дает возможность пошарить что-то, например, тот же сторик, на две группы. Можно close friends, например, сделать список чисто там, я не знаю, своих или русскоговорящих, например, и там отдельно список for English speaking, да, friends, например. И хотите что-то, я не знаю, там на русском пошарить, если будете это вести. Вот в close friends сделали, все ваши видят. Все остальное там у вас на английском. Можно еще так попробовать. Ответил на твой вопрос, Александр? Так, ще є в нас запитання. Ага, давайте підемо так по черзі. Лиля, скажи, пожалуйста, вопрос номер раз. В создании твоего личного бренда как участвует работодатель? Я сама это все делаю. Вот. И об этом? Как? Ну, то есть это твоя инициатива, свое личное время... Да, абсолютно. Он участвует так, как, допустим, в инсте, опять же, я там показываю какие-то фишки, ну, которые можно показать, что мы там делаем, что у нас происходит на работе. Но я понимаю при этом, что раз уж какой-то там текущий или потенциальный клиент смотрит мой сторик, он в первую очередь ему интересно, я как человек, и, конечно же, немножко работы я ему там подсыплю, чтобы он не забывал, что вот ты MLS, вдруг тебе надо, как вот я говорила, кейс, да, спотыкнулся, вспомнил, чтобы вот было на бэкграунде всегда, что Лиля MLS, Лиля MLS, разработка, Лиля MLS, разработка, вот и так ходит, и потом так, нужна разработка. Это даже сейчас говорю словами своего клиента, как, например, есть у нас LinkedIn,
есть corporate LinkedIn аккаунт, естественно, страница, мы там постим, ну, как все, да, там какие-то фишки, апдейты, чисто о компании, есть моя. Я там пощу то, что мне в голову придет, вот иногда, и в основном как-то точечно, там, вот мне интересен вот этот, например, ну, там, по критериям бюджета или еще что-то, я там ему фоллоуапы там кидаю, какие-то вещи, и вообще там в ленте, да, немножко стараюсь у него как-то то ли полайкать, ну, как обычно, вот. И вот звонит он мне, был проект, 2 года мы обсуждали, он потом что-то поставил его на холд, потом звонит мне, говорит: «Лиля, ты мне нужна!» Вот, теперь у меня есть там, допустим, ну, деньги или там желание продолжить, и я сидел, думал, плакал, куда мне идти, куда податься, что мне делать, кому деньги дать, например, и тут я смотрю, что Лиля заспамила там всю мою ленту, вспомнил, Лиля MLS разработка, и пришел, ну, вот так вот. И всем хорошо. Окей, хорошо, то есть делаешь ты это в свое, собственно, личное время там, и ну, да. Для своего интереса. А теперь скажи, пожалуйста, рано или поздно ты из компании уйдешь? Правильно? Ну, ты же не можешь говорить, что ты будешь там до конца жизни, правильно? То есть рано или поздно все люди меняются, меняются. У меня нет ответа пока что на этот вопрос. Ну, на данный момент я в компании вот 8 лет, 8 из 10, то есть лет компании самой. Поэтому, ну, я не знаю, как всякое в жизни бывает, I don't know. Вот вопрос, как, собственно говоря, собираешься разруливать ситуацию вот в тот момент? Ну, я пока не ухожу, я даже об этом не думаю. Ну, мне вот сейчас хорошо, у нас такой себе exchange идет вместе с компанией, мы работаем, все, я никуда не собираюсь уходить. Кто там, может, хантил меня когда-то, знает, что это достаточно сложно сделать. Вот, мне, ну, реально хорошо, да, в той компании, которая есть. Поэтому, если вдруг такое случится, опять же, жизнь, никто не, ну, не застрахован от такого, или, ну, как это правильно сказать, тогда я и подумаю об этом. Как из «Унесенных ветров». Давай, а об этом я подумаю завтра. По-другому сформулирую. А как ты считаешь правильным вообще, в принципе, в подобной ситуации, вот если там выстрел... Да ты, парень, настойчивый. Ну смотри. Да, план «Б». Вот ты выстрелила ассоциацию. Лиля, да, компания. Дальше этот самый, компания меняется. Что в этот момент происходит? Как правильно? Надо уходить с разработчиком. Правда, я бы хотела дать тебе ответ, но у меня нет ответа на этот вопрос. Пока. Давай, давай. Воу-воу. Так, все просто. Я бейб. Ну-ну. Все? Все ну, частично все. Просто. Есть такое дело, как Customer Experience Management. Account Management, как угодно называйте. Вы договариваетесь с таким человеком, как Лиля. Говорите, что вот, Лиля, ты приводишь, мы с ним общаемся, бла-бла-бла-ла-ла-ла, 3 месяца, 6 месяцев, а потом наши люди вступают в дело, и они привыкают наши общаться люди. С нами. Чё? Это партнерские соглашения. У нас в компании такое есть, партнерки на Западе, контракты для этого отдельные подписываются. Боже мой, додумался. Вот. Так вот, это возможно. Вам нужен отдельный отдел, чтобы люди переходили центр общения с одного человека на другой. Но это надо будет с такими людьми договариваться изначально. Потому что договориться потом могут можно быть обо всем. Да, потому что потом могут быть нюансы, что вы будете вообще никем для них, и будет только вот такой я вот думаю, человек. Что... Но если договоритесь, то все нормально. Да. Customer experience, пусть они его слушают, капризы его, и через пару месяцев... Опять же, знаешь, вот. Это все, да, make sense. Может быть такое решение, да. Может быть. Да мы тут можем набрейнстормить сейчас с вами кучу решений, как там порешать дальше. С компанией, ну то есть вот такие отношения, когда, а вот тебе, дают, интересно. Когда тебе дают процент, да, не все хотят это делать. То есть и ты тогда уже просто выбираешь, что тебе делать. Можно я, собственно, у меня 2 вопроса по теме. Присутствует ли у тебя какая-то системность в том, что ты постишь? Ну, то есть, условно, это какой-то план, да, ты постишь. Конечно, или... у меня там такой чек-лист здоровенный. Но, опять же, имея маркетинг-бэкграунд, я прежде всего, вот, ну, когда решила, да, что-то делать, я себе создала там чек-лист такой, я все это расписала, то, что я вам сказала, я все это расписала для себя, потому что я хотела понимать, что это за люди, где это Франкфурт, это, я не знаю, Нью-Йорк, например, да, для кого я это буду делать, потому что, ну, нельзя быть хорошим во всем и для всех, у тебя должен быть обязательно фокус,
ты обязательно должен понимать, зачем и для кого. Опять же, там, я разграничиваю. Инста, пожалуйста, посмотри, какой я человек. Вот блог, опять же, я работаю с этим точечно. Для того, чтобы мне потом клиенты, я же говорю, когда я пригорела, что мне приходит клиент из Германии и говорит, что в Дании говорят, что у нас в Украине вот так. Ну, а нифига, потому что я-то знаю лучше, что у нас здесь происходит, и что почем, и так далее. И тогда я ему говорю, что нет, вот, допустим, у меня есть моя такая штука, я только проанализировала, там топ-168 украинских компаний, я вижу вот такие-то вещи. И понимаешь, таким образом ты и сам как бы качаешься, мне это реально в кайф, потому что, ну, мне легче потом лавировать, так сказать, при работе с клиентами. И у меня есть цифры, у меня есть факты, когда он мне говорит, у вас там стоит 100-500 долларов один разработчик, я говорю, нет, вот такой-то стоит столько, вот такой-то столько, вот такой-то столько, столько. В Киеве у тебя будет плюс столько-то процент. Ну, то есть они видят мою экспертизу таким образом и доверяют. Хорошо, спасибо. И у меня последний вопрос по поводу, собственно, контента. То есть помимо твоего личного контента, который ты сама генерируешь, да, мониторишь ли ты контент других людей? То есть, и как сейлзов ты имеешь в виду? Нет, или нет, не сейлзов, именно ну, то есть лидов твоих потенциальных, условно. Ну, конечно. И как ты с ним... Ну, смотри, это отличный, вот поймите, это отличный, да, это хороший вопрос, и это отличнейший инструмент для того, чтобы очень легко войти в контакт с клиентом. Опять же, звонит мне, ну, там, вот этот вот один дядька, который, я вам расскажу, что была во Франкфурте, да, там, мороженка, вот это вот все. Он мне звонит, говорит, давай на интеркол. И первая вещь, о которой он говорит... Он говорит, понимаешь, я уже просто давно ищу компанию, мне там дают, допустим, эти инвестиции, я никому не доверяю, я доверяю только тебе. Просто я сижу, я его первый раз в глаза вижу, говорю, здрасте, приехали, как ты вообще можешь мне доверять, у нас твой первый кол в жизни. Говорит, не, я же тебя давно знаю, ты еще в сентябре была, я начал за тобой следить, все, тут уже типа доверие полнейшее. Я такая, all right. Ну, то есть это раз, а во-вторых, да, я таки смотрю за своими клиентами, например, там какая-то паника, прибегает ко мне PM, говорит, вот, отправили там что-то, не отвечает, все, пропал, может, недоволен. Клиент, я говорю, спокойно, а он сейчас там поехал, детей повез в Диснейленд, все у него хорошо, ответит. Ну, и потом я пишу ему, товарищ, я вижу, ты, конечно, там сейчас с детьми, Диснейленд, и там все в кайф, ну, пожалуйста, найди там 5 минуточек, нам, ну, быстренько там черкани, чтобы уже этот PM успокоился. Все, PM на следующий день прибегает, говорит, о, все, порешали, я красавчик. Я говорю, ну, окей. Ну, точно так же вы можете работать и, ну, понимать, чем живут ваши клиенты. Интроколы то же самое, там, пошел, посерчил, сразу у тебя рапорт, типа, о, круто, ты там был на морке, загорел, прекрасный, у меня такой же загар сейчас, ну, например. Лиля, привет, я тут. А вот, я, слушай, Тарас, не получится. Тарас, во-первых, подожди. Потому что ты не я. Вот, а во-вторых, потому что там люди, понимаешь, они настолько лояльны ко мне. Вот эти все штуки, это просто бешеная лояльность, и они доверяют. Тут ушел, понимаешь, контентом, чем? У тебя нет такой юбки, как у меня, какой-то. Да. Привет. Слушай, привет. Такой вопрос, холивар насчет лидов начался. Поэтому интересно, какой процент вхождения новых лидов в воронке именно, ну, о, благодаря тебе? То есть сколько в процентном, смотри, хотя бы соотношении? Прекрасный, да, вопрос. Вчера волновалась, естественно, там, чтобы вам классную презентацию сделать. Усадила Антона, говорю, слушай. А он мне говорит, давай еще цифер. Вот, и мы уже прогнали этот вопрос, отвечаю. Я подогреваю лидов, поэтому здесь очень сложно мне манипулировать какими-то вещами. Тот, допустим, тот же самый кейс, когда вернулся немец, он просто так вернулся в МЛС? Или же потому, что он каждый божий день сидел там в моих этих сториках, понимаешь, и мы с ним общались? Тут очень, так, как бы, очень сложно померить эту конверсию, но при этом какие-то вещи типа рефералки, когда идут, опять же, с той инсты, да, там один раз там, ну, познакомились еще на каком-то там веб-саммите, познакомилась с дядечкой, и ничего ему не смогла продать, зато он 2 реферала привел. Ну, опять же, он тут постоянно и просится там еще в гости, давай к вам на Deal Masters приеду, ну, например. Ну, работать с тобой не буду, не знаю что, но вот тебе рефералов, например. Ну, то есть очень сложно мерить эту, ну, ту самую конверсию, когда основная цель – это подогреть. Вот в чем дело. Когда, ну, есть, идут там какие-то реквесты, там несколько, допустим, в месяц, а что там у вас? Ну, ну это чуть другое, это не моя основная цель, скажем так.
Воу-воу, ничего себе, да? Здравствуйте, меня зовут Марина. Очень такой приятно. Вопрос. Был ли ответ, если вы добавлялись в Инстаграм или в Фейсбук, что клиент вам отвечает, это мой личный канал, и не нужно со мной здесь общаться? То есть только LinkedIn, либо email, либо вот было Не-а. Что-то такое? Ну смотри, как Спасибо. Я делаю. Пообщалась я с ним, у меня уже есть рапорт, доверие. Или даже чуть-чуть не так. Первое, что я делаю, я там посерчила этого человека, где-то там нашла его в социалке в какой-то, вот, отправила ему контакт. Ну, если он меня не принимает, то, ну, все тут. Ну, как все, на время все, потому что, знаешь, we don't take no for an answer. Я там его где-то в другую подворотню выловлю. Вот. Так, я что-то хотела сказать, и у меня избилась. Можно? Вопрос? Да, подожди, я ответила на твой вопрос или нет? Нет, я еще не задал. Да не ты. Сейчас, сейчас, да давай уже, пусть задаст, Антон, вставай. Так. Смотри, такой вопрос. А приходилось вообще блокировать аккаунты клиентов? Ну ты такой прямо, прямо слышишь, прошел, дамочка задает вопрос, ты пошел на пролом, как танк. Давай все-таки уже дадим человеку договорить, а следующая очередь твоя. А? Все, уже время закончилось? Ладно, давай, Стас, рули, ты у нас это драйв. Короче, приходилось тебе когда-то блокировать аккаунты клиентов? Ну, то есть Воу, они, там... у меня там целый список заблокированных, потому что... А? Да не, просто другие девчата. Понимаешь, тут другая проблема. Мила, как-то в чате ты поднимала этот вопрос, я воздержалась. Когда меня тоже раздражает, когда там некоторые девчата, ну, повыставляют фото там своих, ну, не очень профессиональных, так сказать. А потом, знаете, пошел такой себе бумеранг, посмотрел какой-то человек профиль этой дамочки из Украины в той же сфере, такой, второй дамочки. Потом приходит, думает, что у меня сейчас тоже будут такие фотки, или я не знаю, что он там думает. Вот себе, хотя у меня, ну, как бы грани, да, есть какие-то вроде приличия. Вот, и, ну, я сразу блокирую. Если там, знаешь, типа, hello, beauty. Я такая, how can I help? Do you need a name? Он такой, nope, let's go for coffee. Я такая, блок, все. Ну, у меня разговоры короткие, потому что это не есть моя цель, и мне откровенно это раздражает. У меня на ФБ только там вижу какой-то, да, там такой очень представительный мужчина, которому, не до предложения. Я сразу блок, инста блок, везде... Чего с ними возиться-то? Да, дальше. Девушка, или я еще могу продолжить? А? Могу? Ненасытный, ну давай. А, смотри, такой вопрос. Вот, допустим, у меня довольно активные аккаунты на Фейсбуке, на Инстаграме, их чистить реально... Так довольно или активные? Реально много времени, ну, там понадобится. Есть ли смысл отдельные аккаунты создать для такой активности, как персональный бренд? Как ты думаешь, как бы ты ответил на этот вопрос, если бы я думаю, тебе Я думаю, есть смысл, потому что я бы много времени... Красавчик. Сам спросил, сам ответил, ну понятно. Друзья, давайте все-таки поважати один одного, якщо у вас є запитання, просто піднімайте руку. Я до вас підійду в сподіванні, що мікрофон буде працювати все-таки. Ребята, я хочу вас поблагодарить реально за такую массу вопросов. Да-да-да, еще ты пока иди, я время заполняю, паузу. Ну, я что-то вот, знаете, когда готовилась, скажу откровенно, у меня было там несколько тем, я выбрала эту. Ну, потому что вроде как не революция, но при этом посмотрела опять же ваши профили, там многие. Смотрю, никто ничего не делает, хотя можно с этим работать. Подумала, блин, все, сейчас будет у меня самый хуже доклад, все такое. Вот, а тут, ну, вопросы, короче, круто, очень приятно, значит... Темы такие интересные. Или не очень? Ну, Влад сидит, улыбается, там у нас двух человек, все, тема пойдет, расскажет, а если хорошо, все. Давайте еще вопросы. Стас, есть у нас время, нет? Я хотела просто уточнить, ты тогда немножко Марина. Задумалась, да, с Марининым вопросом. Просто тоже Марина, меня тоже беспокоил этот вопрос. Просто если такое... Сейчас я порешаем. Если такое разграничение, типа, вот есть для LinkedIn, для именно пространства развития, именно какой-то консервативный, только для работы. И есть какой-то личностный, типа, Facebook, это им Instagram. И реально люди, ну, партнеры, они делят вот этот вот work и то, что личное. И в личное никто лезть не будет, соответственно, и не любят, чтобы в их личную жизнь лезли. Соответственно, Instagram просматривают, всякое такое. То есть
есть. Если я развиваю, то я развиваю какой-то от компании свой бренд в LinkedIn. Опять же, this is your life, it's up to you how to unfold it. Понимаешь? Это твой бренд, это то, что ты сама лепишь. Разграничение, в моем понимании, да, оно есть. Для кого-то нету. Я видела там, опять же, что-то вспоминается, после Португалии приехали, знаете, там все фотки с веб-саммита в LinkedIn не постят. И один, короче, львивчанин, после которого я отписалась, ну, после этого поста, короче, он такой, а вот я в Португалии. LinkedIn, professional network, море. И он голышом. Ну, для меня разграничение таки да. LinkedIn это professional network. Туда люди идут с определенной целью, чтобы почерпнуть какую-то там, ну, более профессиональную информацию. Нет смысла там, и даже не хотелось бы мне лично, да, видеть там, как кто-то вот голышом на море купается. Если я захочу, скорее всего, я там зайду. Чё? Да ну чё? Ну вот. Там, ну, опять же, LinkedIn, Professional, здесь одно. Инста, это вообще очень супер личное. Что хочешь, там и делай. Но, опять же, мы в ответственности, мне кажется, за то, что мы показываем, в частности, если мы где-то меншиним там нашу компанию, да. Ну, я бы, наверное, я не знаю, был бы это мой сотрудник, я бы его сразу уволила и сказала, иди дальше голышом там купайся. Ну, потому что это лицо компании, помимо всего. Инстаграм... Сори, уже голос начинает садиться. Инстаграм, да, лично ты можешь сама выставлять то, что хочешь. Я для себя вот сделала определенные выводы, там картинку. Я выставляю немножко личного, потому что все-таки за этим люди туда идут. Они хотят видеть реальную жизнь. Если ты постоянно будешь постить, как мы работаем, 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 это никому не интересно, потому что здесь ты вот человек в инсте, они подписываются на тебя, они хотят видеть, какие бургеры ты кушаешь, или кушаешь ты это или нет, насколько знаешь, у нас с тобой будет в этом плане синхрон. Вот, ну что еще там может быть? Facebook, ну, лично у меня Facebook это, опять же, я все вот так люблю, знаете, по полочкам и разграничить. Facebook у меня, что у меня там? Ну, чисто под, вот наши все селзы, какая-то, вот, украинский нетворкинг, у меня там контент, соответственно, ну, на нашем языке, скажем так. Ну, там я тоже продаю, вот вам конфу мы там продавали, по сути, да. Либо же мы просто stay in touch, вот, общаемся с вами. Точно так же WhatsApp, например, у меня там чисто под моих клиентов. Telegram, наш комьюнити, Dealmasters, вот мы с вами, ну там, например, или Sales Label. Ну вот такие, знаете, ячейки. Я считаю, это правильно разделять и не мешать вот это все, знаете, там в какую-то кучу, кашу, вот, и, ну, разделять. Шо-шо? Я хотела все-таки... Квора? Ну, это более... Друзі, давайте все-таки по черзі, як я просив. Ну, тому що тут ще не дозадали запитання. Та, ще. Да. Ну, я вже відвечу. І якщо можна дуже коротко, тому що ми зараз мусимо перерватися на брейк. Дуже коротко, да. Давайте. Забросали вопросами, ну хоть не помидорами, скажи, Стас. Не, и все же, я хотела уточнить, вот если клиент, например, заходит на компанию, он видит какого-то человека, там, какая-то Марина, он все-таки перейдет, может, даже статистика есть какая-то, посмотрит этого человека на LinkedIn или на Инстаграме? Подожди, я же не могу знать, куда клиент пойдет. Поэтому у меня везде все профили в порядке, ФБ закрыт. Ну, например, то там моя песочница вместе с вами, мы там общаемся. Просто так туда клиент не зайдет. Во-первых, он ничего там не поймет. Ну, например. А дальше, ну, есть же всегда там тычки private, public, ты сама себе регулируешь, или там та же инста, открытый у тебя или закрытый аккаунт. Закрыла, сама там загнала людей, которых тебе, ну, интересно иметь, да, вот здесь, вот в этом кругу, и все. Ну, давай последний вопрос, если есть. Якщо можна, є запитання ще дуже коротко, одна хвилина. О, хмарили прям. Є? Є? О, так, іду до вас, іду до вас. Ну, давайте, це вже последний. Якщо що, ми з вами ще можемо пообщатися на цю тему. Привіт. У тебе був слайд про ком'юніті. Да. Розкажи, по цьому слайду, взагалі, ви строїте якісь відносини в форматі ком'юніті зі своїми клієнтами? В форматі личного бренда или в формате компании? На, да. На вы или компании? Ну, то есть сейчас что было? Решай сама. Меня интересует сейчас вопрос. Я люблю, когда мужчина порешает, там, и сам задал вопрос, сам порешал. Извини. Все-таки, да. Ну, просто это не раскрытая тема в данном случае. Не, я сейчас раскрою, я просто не до конца поняла вопрос, уточни, пожалуйста. Об этом говорит часто Андрей Федорев, когда ведет свои мероприятия, относительно того, что делаете комьюнити
среди своих клиентов. Это самая лучшая стратегия относительно развития бренда. Ну, смотри, пока что у меня такая тактика, что я работаю точечно с теми людьми, с которыми мне интересно. Насчет комьюнити есть где-то даже у меня такая идейка, но лично прям вот мне в данный момент не очень интересно строить такой прям комьюнити, как ну, от меня и собирать всех клиентов вот здесь. Первое, сразу вы узнаете, набежите туда, вот, ну это такое. А второе, ну было бы интереснее делать это от компании, потому что от лица компании это было бы и правильнее в том числе. Потому что, допустим, у меня есть определенная экспертиза, но есть еще какие-то, да, там, точки, которые я не могу покрыть. И в частности, раз уже строить комьюнити, в которой будет, скорее всего, разношерстные более-менее, да, люди с разными интересами, с разными проблемами, то вот что тебе, у тебя есть 10 человек образно, да, вот, которые ведут это комьюнити, и 100-500 вокруг него. И вот тут раз technical question, сразу там насыпал ему, я не знаю, лид какого-то там отдела, программист. Есть там другой какой-то вопрос, там, ну, sales проконсультировал. Ну, в таком вот виде, мне кажется, классная идея, оно будет работать. Ну, это больше, ну, это нужно больше усилий, как по мне, времени в это вкладывать. Ну, поэтому я вижу это как-то вот, больше со стороны компании все-таки. Мне лично не интересно было бы. Лиля, дякую за презентацию. У тебе вона така досить довго вийшла, довше, ніж ми чекали. Давайте поаплодуємо. Друзі, насправді, я вам хочу подякувати за вашу активність. Вибачте, що я десь вас трошки рубав, але давайте все-таки надалі, якщо ви хочете прокоментувати, просто підніміть руку, і таким чином ви не будете перебивати вашого співрозмовника, я вам піднесу мікрофон. Ми перейшли дуже плавно на лайфстайл-тему, навіть ніхто не замітив, і давайте ми зараз перервемося, продовжимо про лайфстайл і про бізнес. У нас буде 30 хвилин перерви, і ми повертаємося сюди о 16:10 і продовжимо наші наступні дві презентації. Зараз перерва на нетворкінг. І о 16:10 чекаємо вас тут.